нашей программе мы отмечаем День космонавтики. Уже давно русское лото официально побывало в космосе. Так, так, так. Да. Подробнее, пожалуйста. В 1995 году я вел 26-й тираж. Это был прямой эфир с космонавтами, которые находились в космосе, а я был в студии в Останкино. Билеты на наш корабль, на космическую станцию МКС, доставил грузовой корабль. Грузовой корабль, и наши космонавты Владимир Дежуров, Геннадий Стрекалов и американский космонавт Норман Таггарт играли с нами в прямом эфире в русское лото. Ну, американский космонавт, конечно, ничего не выиграл. Его билет ничего не выиграл. А вот Владимир Дежуров выиграл и пришел к нам в студию получать свой выигрыш. Так что... Дорогие мои, удача вас может настигнуть и в космосе! Михаил Борисович, я предлагаю тогда розыгрыш сегодняшнего, 1227-го тиража, начать с легендарной фразы Юрия Гагарина. Как вы на это смотрите? Поехали! Поехали! И сегодня в русском лото мы разыграем 40 квартир и множество денежных призов. Но поскольку деньги любят точность, давайте узнаем точную сумму нашего призового фонда. Призовой фонд 1227-го тиража составляет 118 266 950 рублей. Накопленный джекпот – 211 миллионов рублей. Поистине космическая сумма. Ну, прежде чем мы начнем розыгрыш этой космической суммы, давайте спустимся с небес на землю и засыпем бочонки в мешок. Конечно. Виктория, прошу вас к снаряду. Вот он наш игровой мешок, я его подставил. И удачи всем, кто играет в русское лото! Подробными правилами лотереи «Русское лото» вы можете ознакомиться на лотерейных билетах и на сайте stoloto.ru. Ну, а мы перемешаем бочонки, сделаем это тщательно. И поехали! С первого тура «Русского лото» мы начинаем разыгрывать 40 квартир. Желаем вам удачи! Номер 61. Вот 61. Интересно, как. Все-таки какой-то есть тайный смысл во всем этом. Номер 75. 75. А этого бочонок 25. 25. Опять 25. Номер 64. 64. Шахматы. Номер 85. 85. А это номер 36. 36. Стоп-игра. Стоп-игра! В первом туре определился победитель. Он приобрел свой билет в Московской области и выиграл квартиру. Поздравляем вас! Поздравляем с новосельем! И переходим во второй тур. Во втором туре мы продолжаем разыгрывать квартиры. Давайте перемешаем. Раз конечно, второй тур начинается, надо ознаменовать его вот этим... традиционным перемешиванием и вперед во второй тур. Номер 86. 86. Номер 47. 47. Серебро. Номер 76. 76. Какие-то крупные номера идут. Номер 32. 32. Три притопа, два прихлопа. Номер 72. 72. А это номер 7. 7. 7 нот. Номер 33. 33. Георгий Данелия. Номер 50. 50. Полтинник. Внимание. Внимание. Следующий ход 15-й. И пока космические корабли бороздят просторы Вселенной, в нашей программе может случиться знаменательное событие. А это знаменательное событие – возможность разыграть накопленный джекпот, который составляет 211 миллионов рублей. Я требую аплодисментов. Итак,
Мы пробуем номер 67. 67. Накопленный джекпот русского лото сегодня не разыгран. Его призовой фонд переходит в следующий тираж. Номер 78. 78. Мы продолжаем второй тур. Номер 74. 74. Номер 62. 62. Номер 3. 3. Эх, тройка, птица, тройка, кто тебя выдумал? Номер 17. 17. Хоккейная легенда России и СССР. Номер 40. 40. Али Баба и 40 разбойников. Номер 35. 35. Номер 16. 16. Кругом 16. Номер 89. 89. А это дедушкин сосед. Бочонок номер 23. 23. Два притопа, три прихлопа. Номер 44. 44. Стульчики. Номер 18. 18. В жизни раз бывает. 18 лет. Номер 68. 68. Обратите внимание, точка внизу. Номер 15. 15. 15-летний капитан Жюль Верн. Номер 77. 77. Топорики. Номер 90. 90. Дедушка вышел погулять. А сколько лет дедушке? Сколько? Интересно. 42. 42. В принципе, это возможно. Но молодой дедушка, юный. Номер 13. 13. Чертова дюжина. Номер 43. 43. Сталинградская битва. Номер 58. 58. Номер 59. 59. Эх, по порядочку. Номер 41. 41. Борис Лавренев, 41. Номер 79. 79. Золото. А это бочонок номер 71. 71. Номер 83. 83. Стоп игра. Стоп игра! В втором туре выиграл один билет, приобретенный в Санкт-Петербурге. Сегодня вам крупно повезло. Вы выиграли квартиру. Поздравляем! Поздравляем! В третьем туре мы продолжаем разыгрывать квартиры. Ну что ж, третий тур, давайте, Виктория. Вновь перемешаем. Вновь перемешаем. Пусть возродится надежда, если она пока не оправдывается. Номер 26. 26. Третий тур. Все 30 номеров билета нужно зачеркнуть. Номер 88. 88. Вы непременно выиграете в таком случае. Номер 63. 63. Валентина Владимировна Терешкова полетела в космос в 63-м году. Номер 56. 56. Вот теперь номер 49. 49. Номер 80. 80. Бабушка. Сколько лет бабушке? 8. Это 8. Меня озадачило, озадачило. Ну, в будущем, в далеком будущем, бабушка. Номер 53. 53. Холодное лето 53-го. Номер 11. 11. Барабанные палочки. Номер 21. 21. Блэк Джек. Номер 34. 34. А это бочонок номер 14. 14. У нас еще в запасе 14 минут. Номер 46. 46. А это бочонок номер 22. 22. Покрякаем, да, Инночка? Кря-кря. 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 Номер 55. 55. Перчатки. Вместо валенок перчатки натянулся на пятки. Вот какой рассеянный. А это варежка номер 5. 5. Варежку не раздевай, будь внимателен, зачеркивай. Номер 87. 87. Номер 60. 60. Пенсионер. Стоп игра! Стоп игра! В третьем туре выиграл один билет, приобретенный в Московской области. Ваш выигрыш – квартира. Поздравляем вас от души. Наши поздравления! Переходим в четвертый тур. И мы продолжаем разыгрывать квартиры.
Вперед. А, нет, давай перемешаем, ты права. Это дело абсолютно необходимое. И мы продолжаем розыгрыш квартир номер 69. 69. Туда-сюда. Игра продолжается. Продолжается игра. Номер 10. Чирик. Продолжаем игру. Продолжаем. Номер 38. 38. Игра продолжается. Продолжается игра. Она такая же длинная, как удав. 38 попугаев. Номер 82. Бабушка надвое сказала. 82. Продолжаем. Продолжаем игру. Леночка, продолжаем. Номер 4. 4. Все 4 колеса. Стоп игра. Стоп игра. Определился победитель. Он приобрел свой счастливый билет в Липецкой области и выиграл квартиру. Поздравляем Новосела. Поздравляем, Липецк. С удовольствием продолжаем разыгрывать квартиры. Вот. У меня там в Липецке мои студенты работают. Вот бы они выиграли квартиру. Им так нужно. У них двое детей. О, было бы хорошо. Номер 19. 19. Выиграли два билета, приобретенные в Красноярском и Приморском краях. Выигрыш квартира. На каждый выигравший билет поздравляем вас. И продолжаем, продолжаем после наших поздравлений. Номер 73. 73. Выиграл один билет, приобретенный в Псковской области. Ваш выигрыш квартира. Поздравляю вас. А это уже поближе к своей родине, да, Яночка? Абсолютно верно. Номер 57, первый спутник Земли. 57. Выиграли 12 билетов. Выигрыш, квартира. На каждый выигравший билет удачи на вашей стороне. Поздравляем. Наши поздравления. Номер 70. 70. Юбилей. Выиграли 11 билетов. Выигрыш, квартира. На каждый выигравший билет. 11 поздравлений. Да. Номер 6, 6, точка внизу. Стоимость оставшихся 10 квартир поделили между собой сразу 27 билетов. Таким образом, каждый из вас выиграл по 740 740 рублей. Отличный выигрыш, поздравляем. Сегодня в «Русском лото» было разыграно 40 квартир. Своя квартира – это уверенность в завтрашнем дне. А сейчас наступило время разыграть оставшийся денежный призовой фонд. Ну, раз наступило, мы непременно это сделаем. Я только хочу предупредить, что вы были внимательны. Номер 39. 39. Информация внизу вашего телевизионного экрана для вас. Будьте внимательны. Сумма выигрыша и количество выигравших в каждом туре. Номер 24. 24. Сутки. Номер 45. 45. Приближается День Победы. Номер 31. 31. 31 декабря. Номер 84. 84. Феллини, 8,5. Номер 81. 81. Бабушка с клюшкой. Номер 37. 37. Номер 30. 30. 30 номеров в вашем билете. Еще можно успеть зачеркнуть все 30 до конца сегодняшнего тиража. Номер 29. 29. Хорошо, если у вас сейчас 29 уже зачеркнуто. И там один. Хорошо, если это будет номер 52. 52. Номер 9. 9. 9 мая. День Победы. Приближается номер 51. 51. Великолепная пятерка и вратарь, олимпийские чемпионы. Сборная России номер 27. 27. Номер 48. 48. Половину просим. Номер 28. 28. Сенок 8. Номер... Найти сложно. Номер 20. 20. Лебединое озеро. Номер 12. 12. Внимание, следующий ход последний. Итак, последний ход. Особенно желаю удачи всем, у кого остался один номер в билете. У нас в студии есть такие участники лотереи? Есть один номер, да? Не спрашиваю, какой, но жду выкриков, что... Сейчас кто-то из вас зачеркнет последний номер. Номер 65. 65. Есть. Стоп игра. Есть. Это был последний ход сегодняшнего тиража «Русского лото». Стало быть, настало время высыпать все, что у нас в мешке. Угу. Осталось после окончания игры. А вам
Да, вот 4 бочонка мы и ожидали. Как там наш игровой мешок? Михаил Борисович, а мешок-то пуст? Пуст. А в этом нет ничего удивительного. Мы это ожидали. Итак, я сейчас называю эти номера. Номер 1. 1. Номер 2. 2. Номер 54. 54. И номер 66. 66. Эти номера зачеркивать в игровой сетке вашего билета уже не надо. Если ни одного из этих 4 номеров нет в игровой сетке вашего билета, это означает, что сегодняшний день начался для вас удачно, и вы выиграли! 1227-й тираж русского лото завершен. Мы дозвонились счастливчику. На связи город Санкт-Петербург. Ну что же, алло. Да. Это вас беспокоит ведущие программы «У нас выигрывают» Виктория Панина и Михаил Борисов. Как вас зовут? Алексей. Алексей. Очень приятно, Алексей. Мы знаем, что вы приобрели билет на сегодняшний тираж русского лото. Это правда? Это правда. Ну, я задам вам вопрос, который дамы постесняются задать. А сколько вам лет, Алексей? 36. Прекрасно. Вы женаты? Да. У вас большая семья? 2 детей. Прекрасно. Как зовут вашу супругу? Ирина. Ирина. А она рядом с вами в настоящий момент? Да. Прекрасно. Какие жилищные условия вашей семьи? На даче живем. На даче, очень хорошо. Вот сейчас Виктория дрожащим голосом сообщит вам одно важное известие для вас и для вашей семьи. Да. Ирина рядом? Да. Ирина, возьмите Алексея за руку. Угу. Как в ЗАГСе. Ну, я как вот та самая тетечка в ЗАГСе с абсолютно серьезным и дрожащим голосом объявляю, Алексей, вас и вашу замечательную супругу владельцами собственной квартиры! Ой. Серьезно? Да! Вы еще в вертикальном положении находитесь? Еще пока, да. А супруга? Только не могу понять. Вот супруга, супругу-то мы не слышим, Михаил Борисович, это настораживает. Ирочка, скажите 2 слова. Что вы по этому поводу ощущаете? Она не может. Не может. Она в шоке. Ну и прекрасно. Я желаю вам, чтобы вас часто в жизни посещали такие шоковые известия, подобные этому. Мы поздравляем Алексея и Ирину с квартирой! Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего розыгрыша. Итак, уважаемые участники русского лото, сегодня мы разыграли для вас призов на общую сумму, я бы сказала, космическую сумму. 125 266 950 рублей. Выигравший сегодня 440 068 билетов. Сегодня мы разыграли призов на сумму больше, чем призовой фонд тиража. Поэтому накопленный джекпот следующего тиража составит 204 миллиона рублей. А уже через неделю в 1228 тираже русского лото мы разыграем 400 путешествий! Ну, мы, друзья, надеемся, что вы найдете время на отпуск, задумайтесь о нем и поторопитесь за билетами следующего 1228-го тиража русского лото. Нашу программу продолжит розыгрыш 137-го тиража лотереи «Золотая подкова».